Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в YouTube. На моей гитаре стоят немецкие струны Джон Хоп. Это концерты и струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. Недавно один мой подписчик позвонил мне и попросил разобрать мелодию «Метель». Конечно, мелодия очень красивая здесь. Даже мнение может быть только такое, я думаю. Прекрасное произведение, замечательное звучание. Вот. Ну, название пишут, что это романс, я не знаю точно. Знаю, что только, по-моему, это имеет отношение к творчеству великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Вот. Итак, еще разок. Мелодия называется «Метель». Будем ее называть так. Вот. Звучит она в тональности, насколько я прослушал, различные варианты, оркестровки, в тональности си минор, HM. Конечно, вы можете сделать так же, как и я, поставить каподастр на второй лад и играть в обычной тональности АМ, тональности ля минор. Естественно, вся мелодия, вся гармония строится на обычных гитарных аккордах. Как обычно, я сделал аранжировочку, вплел туда мелодию, ну так я это называю. То есть добавляю в аккорды мелодию и плюс ритмическую структуру какую-то делаю. Получается вот такая аранжировка, можно называть это фингерстайл, как угодно. Я думаю, это все такие обозначения, которые не влияют на ход дела, скажем так. Либо вы убираете каподастр и играете просто в открытой позиции. Если вам не очень нравится играть с каподастром, все то же самое, мы играем в тональности ля минор, тональность АМ. Итак, давайте приступим к разбору. Если хотите в оригинале, вот вам нужно будет поставить каподастр, как я уже сказал, играть в фанастере. Зажимаем четвертую и третью струны на втором ладу. Вот, получается такой аккорд ля минор, но вторая нам здесь на первом не нужна. Поэтому мы зажимаем только четвертую и третью на втором и играем. Четвертая, третья и вторая открытая. Сразу на аккорд Е, ми мажор, третья на первом, четвертая, пятая на втором. И на аккорде ми мажор, на аккорде Е, мы играем две струны одновременно. Третья на первом в аккорде, шестая открытая. Шестая с третьей на первом. Потом четвертая, третья, четвертая, то есть мы заполняем арпеджио дальше. Вторая, четвертая, третья, четвертая. И вот что у нас получается. Потом шестая и четвертая. Еще разок сыграем. Потом мы играем шестая, четвертая, третья. И потом шестая, четвертая, третья, вторая. И четвертая, третья. Все это заполнение. Все это играется на аккорде. На аккорде Е. После этого вторая на первом. Теперь нам нужно все повторить. Аккорд. Thank you.
было. Еще разок. Мы перешли на аккорд, не сыграли. Потом. Шестая, четвертая, третья, четвертая, щипка. Четвертая, третья. Еще разок повторим. И еще сначала. Вторая на первом. Чуть-чуть побыстрее. Аккорд ля минор, АМ, вторая на первом, четвертая, третья на втором. Играем пятую с третьей. Четвертая, третья, четвертая. Вторая. Четвертая, третья, четвертая. Пятая, четвертая, третья, четвертая. Щипок, пятая, четвертая, третья, вторая, четвертая, третья. И вторая на третьем. Еще разок. Идем дальше. Либо можно все повторить. Дальше мы ставим такой аккорд, шестая на третьем, вторая на первом, шестая на третьем, вторая на первом, и здесь мы можем щипок сыграть, шестая, четвертая, третья, вторая, либо такой перекатик небольшой, потом четвертая, третья, и мизинцем вторая на третьем, вторая открытая, исполняем четвертая, третья, четвертая, еще разок. Шестая, четвертая, третья, четвертая. Вторая на третьем. И опять четвертая, третья. Первая открытая. И дальше мы переходим в другой аккорд, но сначала повторим это. Вторая на третьем, вторая открытая, еще разок. Вторая на первом, щипок, шестая, четвертая, третья, вторая, четвертая, третья, вторая на третьем, вторая на втором, четвертая, третья, четвертая, шестая, четвертая, третья, четвертая, вторая на третьем, четвертая, третья, первая открытая. Ставим аккорд до мажор, С, пятая на третьем, четвертая на втором, вторая на первом. И сразу мизинцем поджимаем к этому аккорду вторую на третьем. И играем щипок, пятая, четвертая, третья, вторая, либо такой перекатик, то есть поочередный такой щипок, быстрый. Потом четвертая, третья, четвертая. Потом отсыпаем мизинец, вторая в аккорде на первом.
четвертый. Медленно. Дальше мы ставим аккорд ля мажор септ. А7, четвертая, вторая на втором. И играем пятую, четвертую. И щипок третья, вторая, первая. Потом третья. Потом четвертая, третья, вторая, первая. Потом третья, вторая. Можно вторую не отсыпать на втором ладони у нас. И после этого зажимаем аккорд ре минор, дм. Первая на первом, третья на втором, вторая на третьем. И здесь мы играем четвертая, вторая. Потом третья, вторая, третья. Шестую на третьем, вторую на третьем. Вот такой вот пойдет. Дальше вот мы доиграли. Здесь мы играем шестая на третьем, четвертая открытая, вторая с третьей, вторая на третьем, третья открытая, потом четвертая. Шестая, вторая на третьем. Четвертая. Шестая, четвертая, вторая с третьей. Четвертая. Вторая с третьей. Четвертая. Еще разок. И опять аккорд до мажор С с мизинцем на второй струне третьей ладони. Щипок пятая, четвертая, третья, вторая. Четвертая, третья, четвертая. Отсыпаем мизинец, вторая на первом. Четвертая, третья, четвертая. Вот эта фраза. Аккорд фа мажор F. Баре на первом, третья на втором, пятая, четвертая на третьем. Шестая, четвертая и четвертая с третьей. Четвертая потом. Потом щипок, четвертая, третья, вторая. И четвертая, третья. Еще разок это место, сыграю вам медленно. Можно вот так. Шестая, четвертая, третья, четвертая. Шестая, четвертая с третьей, щипок. И четвертая, третья. Пальцы можно оставить. И аккорд ля минор. Играем.
играем пятую, четвертую, третью, вторую. Пятая с третьей, пятая открытая, третья на втором. Ну и можно доиграть. Пятая с третьей, четвертая, третья, четвертая, вторая, четвертая, третья, четвертая. Ну и закончить на пятой. То есть здесь получается, что мы играем сначала всю форму, играем первую половину. Заканчиваем сначала так, первую половину.
концовка. Потом мы повторяем вторую половину этой мелодии. Заканчиваем А второй раз и все. Вот такая вот разница. Ну, я думаю, у вас будет время, желание поучить эту мелодию. Вот ничего сложного здесь нет, как вы поняли. Все идет на аккордах. Сначала идея, потом чуть-чуть поживее. Спасибо за просмотр. Тренируйтесь, и у вас обязательно все получится.